открывай. Сразу. О, широкая, я знаю. Ну, я. За 7 килограмм. Да. Я знаю, документы во все дела. Называется Samsung VV70A. Транспортировочные болты, которые снять надо, ключ на 10, скорее всего. Подвод воды, еще какая-то крышка непонятная. Здесь какой-то разъем непонятный для какого-то провода. Видимо, какой-то диагностический, наверное, чтобы ошибки можешь проверять. Ковер-коннектор. Коннектор для ковра. Барабанил. Вот подводка для воды. Здесь, наверное, короткая. У нас своя же сам там есть. Удлиненная уже. Здесь еще вот это для шланга подвешивать. Для глушки. А, вот ключ здесь еще какой-то есть. Может быть, как раз для болтов, для этих. Для транспортировочных. Да, вот, наверное, на 10 он. В комплекте уже был. Судя по названию Steam, должны выпустить карточки после покупки стиральной машины. Steam-овские. Можно их продать. Че? Вот как раз тут написано 10 лет гарантии на инверторный двигатель. Здесь бак с прямым приводом должен быть, без этих. Короче, без шестеренок и без ремней. Только я не знаю, он разборный. Что-то там бывают баки разборные. Их, когда подшипник меняешь, типа проще снимать. А есть, которые подшипники только вместе с баком меняются. Они дороже выходят в обслуживание. Здесь клавишное включение. Play, пауза. Дисплейчик маленький. Температура максимум 90, минимум 20. Обороты 1200-400. Что-то здесь звук отключить можно, защита от детей. Отложенный таймер. Быстрая стирка есть 15 минут. Как у меня на Кэнди. На остальное все стандартное. Слив есть отдельный, чистка барабана вот он. Гигиеническая стирка с паром. Хлопок. 7 килограмм. Здесь на 3 отсека. Порошок. Жидкий порошок. Нет, там есть какой-то типа кондиционер. Жидкий порошок. Чтобы типа для запаха. А посередке ничего не понятно. Это просто стаканчик типа. Нет, тут 3 разных. И там тоже есть. У меня 2. Многие не снимают вообще? Да, вот эти транспортировочные болты. Хорошо. Если их не снять, машинку будет трясти от вибрации. Ключ все-таки, наверное, похож. Здесь вот есть на 10 в комплекте. Это да, не знаю. Но в пакете закрыт. Все же? Так, в комплекте вот такие еще 4 заглушки на место транспортировочных болтов втыкаются. Ключ, который отворачивает их, плюс который регулирует ножки. Правда, металл там не очень, но уже погнулся ключ при кручении ножки. Где недавно? На Косарево. Уже 10 лет пошло. Калибровка. Но без воды, кстати, калибрует.
все вкладывать, не снимать, ютуб горит, еще на одну сторону машину заработать. Конечно. Первая стирка без белья. Нифига такого. Калибровка. Вот эти клавиши 3 секунды держатся. Надо, правда, еще вот почитать про этот. Почему моргает? Ну, хотя и вот здесь моргает тоже быстрая стирка. Может, так и задумано. Типа, какой режим включен, такой моргает сейчас. Если будет большая стирка, наверное, будет первый моргать. Я так думаю. Он что моргает, мне там ставит ручку. Ну, это там, а модель другая. Ушки новые привыкать. Так, по скриптам еще несколько слов про стоимость. Вышло где-то 30 400 рублей. Плюс в подарок пылесос. Где-то он стоит около 8 тысяч. Вот. На некоторые модели были в подарок пылесосы. Был куплен на сайте Samsung. То есть их сайт. Прямой поставщик. Без посредников. Бесплатная доставка до дома. Там, по-моему, от какой-то стоимости она идет. Плюс еще, если оплачивать Samsung Pay, еще 5% скидка. В общем, со всеми скидками вышло 30 примерно, 3400. Также еще момент с загнутым ключом. Крутил не в ту сторону. Нужно крутить по часовой стрелке, чтобы его выкручивать, а не против часовой. По часовой стрелке крутилось, в принципе, легко. Так что металл справился с таким, как бы, нажатием. Вроде бы все. Всем пока.